Только что прошло голосование и вправление на следующие 3 года, 2014-2017 годы, вновь избран Евгений Степанов. У него тема «Издательские программы». Вот знаете, что интересно? Вот за все годы, которые мы сотрудничаем, а это, если я не ошибаюсь, с 2008 года, наше сотрудничество с издательством «Вест Консалтинг», генеральным директором которого является Евгений Викторович Степанов, а грехов не было. Вот вы знаете, что такое, когда готовишь книжку, когда готовишь 10 книжек, они уходят в типографию, они приходят из типографии, и душа не болит, что что-то будет не так, что их будут долго печатать, что какая-нибудь будет страшная обложка. Вот за все эти годы такого не было. Но ведь Евгений Викторович Степанов, он не только генеральный директор Вестконсалтинга, он еще человек пишущий, он интереснейший поэт, тонкий прозаик и литературовед. А главное, что он варится в гуще так называемого литературного процесса. Вот что такое, Жень, литературный процесс? Буквально сейчас я готовлю интервью для одного американского издания, и с таким же вопросом ко мне американский журналист обратился. Ну, на самом деле, это действительно сложнейший вопрос. Я целую книгу об этом написал, огромная монография. Она посвящена не только жанрам и строфам современной русской поэзии, но и так называемому литературному процессу. Ну, в двух словах я на этот вопрос, конечно, не отвечу, однако думаю, что кратко можно сказать так. Ну, во-первых, действительно, литературный процесс есть, он существует. Я думаю, что литературный процесс группируется сейчас вокруг крупных интернет-порталов. Вот есть в России сейчас 3 мощнейших интернет-портала. Это «Журнальный зал», «Мегалит» и «Читальный зал». Вот, кстати, «Читальный зал» мы делаем, наше издательство «Вест Консалтинг», при участии Союза литераторов России. И это действительно крупнейший портал, который объединяет более 50 изданий. Крупнейших. Литературные газеты, «Литературная Россия», журнал «Москва», «Нева», «Наш современник», «Дом», «Знание силы», «Знание силы фантастик», «Литературные известия», газета «Мол» и многие-многие другие издания. Есть «Журнальный зал», тоже старейший портал, там журналы другого ряда. Это «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», тоже старейшие журналы, которые, ну, естественно, составляют гордость отечественного литературного процесса. Есть «Мегалит», там больше новых изданий. То есть сейчас литературный процесс, как и все в мире, идет путем глобализации. То есть вот такое укрупнение, и слабый не выживает, одиночка не выживает, а я не знаю, хорошо это или плохо, но это данность, это очевидно. То есть совершенно понятно, что если газета там, «Поэтоград», вот еженедельник, который выпускает «Союз писателей 21 века», бы просто бы выходила в печатном виде и плюс на своем собственном сайте, то это был бы один резонанс от газеты. А когда это в коллективе, когда ты рядом с такой крупной газетой, там, как «Литературная газета», как газета «Наша старейшая «Мол», как там «Наш современник», естественно, интерес читательской аудитории, он тогда направлен и вот на такие не самые крупные издания. Поэтому, ну, сейчас вся вот жизнь так устроена. Мы, понимаете, вот я прихожу, например, условно говоря, на рынок, да, за арбузом. И покупаю арбуз на этом рынке по цене 25 рублей за килограмм. И я прихожу в огромный сетевой магазин, и я покупаю арбуз там за 16 рублей килограмм. Хотя, казалось бы, да, в большом магазине цены должны быть выше. Вот нет. То есть, конечно, вот в этой эпохе глобализации масса недостатков, потому что, я повторяю, слабый кустарь-одиночка находится в очень затруднительной ситуации. Это называется опт и розница. Опт и розница. Да. Ну вот понимаете, какая вещь? Законы рынка, они распространяются не только на торговлю пончиками, но и на книгоиздательский процесс, на литературный процесс в том числе. Отсюда Маринина, Донцова. Да? Однозначно. Это все взаимосвязанные вещи. Отсюда лучшие поэты у нас Илья Резник, отсюда у нас лучший поэт Лариса Рубальская. И эти книги, вот они во всех крупных магазинах. Александр Розенбаум, величайший русский поэт. Вот, то есть
глобальная экономика, она, конечно, имеет свои плюсы, свои минусы, но она такова, какова она есть. Усредненный читатель, да? И читатель усредненный, читатель предельно тоже дифференцированный. Читатель вообще сейчас сложнейшая субстанция. Определить, кто читатель. Если говорить о читателе поэзии, то, конечно, читатель поэзии прежде всего сам поэт, человек, пишущий стихи. То есть как такового читателя поэзии, ну, я считаю, что его нет. То есть можно сказать, что это глобальный мастер-класс получается. Да, я думаю, что да. Мы пишем друг для друга. Мы пишем друг для друга, мы соревнуемся друг с другом, мы учимся друг у друга, мы завидуем друг другу, мы ненавидим друг друга, мы любим друг друга и так далее, и так далее. Мы одна большая семья, где есть все. Ну вот, например, портал «Журнальный зал», крупнейший портал русскоязычной литературы. У них посещений где-то в день, ну в среднем, примерно 15 тысяч вот, посетителей. Много или это мало? Казалось бы, это много. Много. Но посмотрим на ситуацию с другой стороны. Например, вот у меня страничка в Фейсбуке. У меня 5000 друзей. 5000 читателей в день. Например, у Марины Кудимовой под 5000. У Сережи Арутинова под 5000. У Арсена Мелитоняна под 4000. Что мы делаем? Мы размещаем наши материалы в читальном зале. У нас там просмотров, ну, где-то 1000. 1000. Вот наш рекорд. Наши 1000. То есть мы в 15 раз ровно слабее, чем журнальный зал. Но мы что делаем? Мы размещаем все эти материалы на наших страничках в Фейсбуке. То есть вот я разместил у себя, значит, материалы газеты «Литературное известие». Бац, у меня еще 5000 дополнительных читателей. Я разместил у Арсена Мелитоняна еще 4000 читателей. Так вот я размещу еще у Кудимовой и у Арутюнова, и у меня уже там под 20 тысяч, понимаете? То есть, конечно, основной читатель сейчас – это все-таки в Фейсбуке. Причем читатель мегаподготовленный, это суперинтеллигентный. Среди там моих читателей – Александр Минкин, Вероника Долина, Константин Кедров, Нина Давыдова, выдающийся русский публицист, и многие-многие другие. Марина Кудимова, там, Надежда Кондакова. И все читают, все там мгновенно реагируют там, на какие-то мои там литературные опусы, а я реагирую на их прекрасные стихи. То есть, конечно, читатель в Фейсбуке. Я вам скажу больше того. Ну, замечательный редактор, замечательный филолог, публицист, литературный критик, главный редактор журнала «Знамя» Сергей Иванович Чупринин. Вот он пишет сейчас литературные мемуары, короткие такие эссе. Замечательные эссе, их все там читают. Ну вот что вот сам пишет Сергей Иванович? Говорит, я даже, говорит, не знаю, буду ли я это отдельной книгой издавать. И он не печатает эти свои эссе в журнале «Знамя», который он возглавляет почти 20 лет. Да? Он размещает это в Фейсбуке. В Фейсбуке, значит, и его... Он хочет быстрого отклика, он хочет массового читателя. А потому что, ну не секрет, что журналы... конечно, снизили свои тиражи. То есть толстые журналы, конечно, они, ну, эти тиражи несопоставимы с тем, что было в советское время. Ну, вот я, ну, грубо говоря, я работал в газете «Семья», у нас был тираж 5 миллионов экземпляров. 5 миллионов. Я напишу заметку, там мой портрет, я выхожу на улицу, ко мне подходят люди и спрашивают, Евгений, там, вот хорошо ты написал или плохо, вот начинали со мной там дискуссии какие-то. Я печатался, например, в журнале «Дружба народов», там был тираж под 3 миллиона. В 89 году я печатался в журнале «Дружба народов» со стихами, и я знал, что я напечатал эти стихи, и будет безумный какой-то отклик, интерес. А сейчас тираж этого журнала, по словам самого Александра Ибанаидзе, не более 2000 экземпляров. То есть, что интересно, тогда нельзя было не читать эти журналы. Это считалось признаком дурного тона. Это неинтеллигентный человек, который не читает «Знамя», не читает «Дружбу народов», «Новый мир» и так далее. А сейчас немножко иначе все. Ну, конечно, многое изменилось, но все-таки я бы не стал
недооценивать толстые журналы. Они все-таки нужны. Они нужны, во-первых, конечно, интеллигенции, творческой интеллигенции. Они нужны библиотекам. Я вообще считаю, вот даже сейчас вот пишу вот в такую статью, я считаю, что нынешний литературный процесс, он, конечно, искажен очень сильно. Он искажен, мы находимся в таком неком государстве кривых зеркал. Он мне напоминает все советский период. Вот если мы посмотрим, кто печатался в советское время и кто остался в литературе, то это совершенно разные вещи. Остались единицы. Печатались какие-то сотни тысяч людей, поэтов, о которых сейчас никто не помнит и не знает. О стройках коммунизма, Обаме, о природе, там, и так далее, и так далее. Потом пошел перекос в другую сторону, уже вот это такой постперестроечный, вот это тотальное засилие верлибра, псевдоверлибра, плохого верлибра, или как там Анна Кузнецова говорит, ва-верлибра, псевдомодернисты, псевдоавангардисты, псевдотрадиционалисты, которые там занимаются перепевами какими-то 19 века. То есть у нас есть целый ряд поэтов, которые работают до сих пор в просодии там Пушкина, Боротынского, других великих поэтов для своей эпохи. Да? Великие поэты. Да никто не будет сейчас бросать Пушкина и Толстого с корабля современности. Но время изменилось. Но язык-то изменился. Все изменилось. Ну, а у нас есть такие авторы, которые там получают самые престижные премии, которые работают до сих пор в стилистике 19 века. И они там самые знаменитые, самые мейнстримные и так далее. Но, может быть, это близко так называемым судьям, жюри? Безусловно. Ну, безусловно. Ну, не перешагнули, потому что, ну, что греха таить. Инерционная система очень большая и так далее, и так далее. Поэтому я, конечно, уверен, и это совершенно еще для меня просто очевидный момент, что будет пересмотр вот этих поэтических реалий, вот этих поэтических ценностей. И, конечно, кумиры изменятся, и, как сказано в Писании, не исключен такой вариант, что последние могут стать первыми. Да, потому что если мы вот просто, ну, я историк литературы и теоретик литературы, я всегда сравниваю с прошлым. Но если мы просто обратим свой взгляд в прошлое, то мы обнаружим, что великий русский поэт Леонид Губанов напечатал одно стихотворение при жизни, фрагмент. Да, фрагмент поэмы. Да. Другой выдающийся русский поэт Георгий Абалдуев, ну, который, на мой взгляд, сопоставим по значению с Борисом Леонидовичем Пастернаком, великий русский поэт, которого до сих пор там знают единицы, напечатал одно стихотворение при жизни, взрослое. Вот одно стихотворение. Ну, я не говорю уж о том, что Владимир Семенович Высоцкий напечатал одно стихотворение при жизни. Как бы там к нему ни относились, как бы его там ни называли актером, бардом и так далее. Это великий русский поэт, которого знают все в России. Понимаете, одно стихотворение при жизни. То есть, и сейчас это безусловнейший там, классика русской литературы. То есть произошел вот этот пересмотр литературной ситуации. Появились новые герои. То же самое, я убежден, произойдет и сейчас. Еще один характерный момент. Ну вот, например, есть целый ряд там известнейших людей, известнейших поэтов. Например, Евгений Евтушенко, да? Ну, классик русской литературы. Мы сейчас сайт ему сделали. У него практически нет публикаций в журнальном зале. Хотя он всю жизнь там раньше печатался и в «Новом мире», и там, ну, везде он печатался. У него была трудная судьба в начале 90-х. Была трудная судьба в начале 90-х, тем не менее, это действующий поэт. Вот сейчас в «Альманахе» «День поэзии» мы разместили его, огромную подборку стихотворений. Он действующий поэт, он посол русской поэзии во всем мире, он побывал там почти в 90 странах, он замечательный исследователь русской поэзии, это классик, понимаете? Его нету, хотя было время, когда, ну, как говорится, он действительно присутствовал во всех журналах. То же самое можно сказать, например, про другого классика русской литературы, про Юрия Михайловича Полякова. Вот Юрий Михайлович Поляков намедни, а точнее вчера, опубликовал в литературной газете свои стихи. Причем некоторые стихи этого года, оказывается, пишет стихи, замечательные стихи. Например, вот там у него есть строчки, написанные в альбом Рене Гера.
это для вас совдепие, там он пишет, и родина для меня. Понимаете, там у него тоже ненавижу цепи я, но то, что для вас совдепие, родина для меня. Замечательные стихи. То есть человек пишет, человек опубликовал огромное количество романов, пьес, все его книги экранизированы. Но у него тоже нет публикации в журнальном зале. Но я думаю, сейчас эта ситуация, конечно, исправится. Любопытно, что он и начинал как поэт. Он начинал как поэт. Книжка поэтическая. Конечно. Он исследователь поэзии там, Георгия Суворова, вот, молодого поэта-фронтовика. Он кандидатскую защищал, и он поэт, и он печатался в журнале «Юность» в самые престижные годы для этого журнала. Вот. А вот молодому начинающему литератору, поэту, прозаику, что вот можно посоветовать? Ну, во-первых, молодой начинающий прозаик-литератор, конечно, не обойдется без Союза литераторов России. Я убежден в этом. Без Союза писателей. Ну, вообще без творческих союзов. Ну, без творческих союзов он не обойдет. А почему? Объясню. Сиди, пиши, читай, в Фейсбуке размещай. Но этого все-таки недостаточно. Все-таки союзы творческие дают уверенность, если так можно сказать, в завтрашнем дне. Значит, мы печатаем все-таки и в «Альманахе» словесность, да? Мы печатаем в газете «Литературное известие», мы печатаем там в журнале «Дети Ра». Вот. Мы вовлекаем вот эту творческую молодежь вот в тот самый пресловутый литературный процесс. Ты становишься частью этого литературного процесса, а не частью системы, которую создал Марк Цукерберг под названием Facebook. Потому что все-таки основная функция литературных средств массовой информации сейчас – это экспертная оценка. Экспертная оценка. Вот тебя напечатали в этом журнале, значит, тебя литературное сообщество, круг твоих собратьев, профессионалов, признает. Ты интегрируешься тогда в литературный процесс. Но, может быть, есть еще один момент. Когда читаешь глазами, это одно. Когда слышишь и себя, и другого поэта, вот сам звук поэтический, это же очень много значит. Вы знаете, я считаю следующим образом, что сейчас, конечно, вот сегодня у нас на съезде выступал Евгений Харитонов, мой друг, умный человек и замечательный поэт. Вот он говорит, что вот сейчас аудитория, это прежде всего на фестивалях, и вот фестивали так важны. Это и так, и не так, потому что любой фестиваль – это многоступенчатая система. Выступить, почитать и разойтись – это значит ничего не сделать. Нужно и выступить, и после опубликовать свои произведения в литературном журнале или в литературной газете. То есть должна быть постфестивальная программа, которая предполагает прежде всего публикации. Поэт остается прежде всего на бумаге. Это вербальное искусство, прежде всего. Хотя я не говорю, что нет там звучарной поэзии, сонорной поэзии. Это все существует. Но все-таки традиционное восприятие у нас глазами. Книжку нужно читать. И стихотворение нужно читать. Слышать – это потом. Для этого есть, извините, эстрада, популярная музыка, бардовская песня, популярная песня, зарубежная песня, все что угодно. Но поэзия – это книга, это текст, это ты – и лист бумаги. Это совершенно другое. Поэтому У вас особая любовь к этому, да? Ну, к нет. Листу бумаги. Ну, к листу бумаги. Это раз. А во-вторых, я с детских лет делал книги. Вот мой отец, он заслуженный экономист Российской Федерации. Очень известный человек, автор вот огромных книг. Вот. Но у него хобби было всю жизнь, и оно осталось до сих пор. Переплетать книги. И я с детских лет отцу помогал делать книги. То есть, то ему я там клей развожу, то там я ему помогаю переплетать. И у нас все книги с детских лет были, вот вы не поверите, и они до сих пор есть. У нас каждая книга в коробке. В коробке. То есть, вот книжку мы купим, потом делается коробка из картона. Только после этого она ставится на стеллаж. И всю жизнь я... Вот с детских лет провел, чтобы она не была помята, чтобы она была в идеальном состоянии, чтобы она не пылилась. Если отец видел, что там, не дай бог, листочек кто-то помнет на книжке, это всегда вызывали такие,
отрицательные эмоции у моего папы. Он очень этому обстоятельству огорчался. Вот. Поэтому бережное отношение к книге, конечно, было заложено в детстве, потому что я их сам, эти книжки, делал. Ну, не я сам, я помогал отцу как подмастерье, но там это начиналось там, с 7-8 лет. И я помню, что вот у нас в доме никогда ничего не было, кроме книг. Вот просто тут стояли огромные стеллажи книг, и ничего. И маленький телевизор, я помню, рекорд. Вот такой маленький телевизор, когда у всех стояли огромные телевизоры, у нас стоял маленький телевизор, рекорд и книги. Поэтому, конечно, для меня книга – это все, но это не значит, что я отвергаю новые технологии, и это не значит, что я отвергаю Марка Цукерберга, но я все-таки из поколения Гутенберга. Все-таки я вот верен Гутенбергу, но люблю, конечно, и Цукерберга тоже с его Фейсбуком. Евгений, да. На прощание. Какое стихотворение вот свое сильно замучило так, что его пришлось написать? Да, вы знаете, какая вещь. Я, во-первых, конечно, стихов своих не помню, я их пишу во сне. Я не пишу стихов вот так, у меня нет такого, у меня нет времени писать стихи, вот ей-богу. Я прихожу с утра на работу и ухожу ночью. Вот. И только ночь у меня свободная. Но ночью, вот я утром просыпаюсь и записываю, я их не помню, стихи. Поэтому я одно стихотворение прочту, оно предельно короткое, состоит из двух строчек, которые вот касаются нынешнего времени. Оно буквально вот состоит из двух строк. Общество потребления, общество истребления. Вот я против общества потребления, хотя, казалось бы, вот занимаюсь я бизнесом книгоиздательским, но все-таки, если мы не будем сохранять традиционные наши российские, русские ценности, если мы не будем издавать книги, журналы, поэтические сборники, если мы не будем популяризировать русскую поэзию, то нас ждет неизбежный крах. Вот великий писатель Варлам Тихонович Шаламов, он говорил следующие слова в своих колымских рассказах, что культура, она нарабатывается годами, десятилетиями, веками, но культура в экстремальных условиях моментально исчезает. Он говорит, я это видел просто на примере, когда люди попадали в лагерь. Вот эта культура, она мгновенно исчезает, потому что идти вверх очень трудно, а падать вниз очень легко. Поэтому, конечно, нужны сверхусилия общества, нужны сверхусилия каждого человека, чтобы ну, просто расти над самим собой, читать хорошую поэзию, хорошую прозу, ну, и правильно понимать, что культура – это понятие, конечно, более широкое, чем экономика. Нужно понять, что экономика – это всего лишь часть культуры. И если мы как государство, а я себя как позиционирую именно как государственного человека, потому что я занимаюсь делом, которое нужно и обществу, и государству. Вот если мы не будем инвестировать в культуру, то тогда ничего хорошего не будет. А если будем инвестировать в культуру, то тогда Россию ждет процветание.